шашлык. Как ты меня любишь? Так, вот так сильно. Ой-ой-ой. В этой маршрутке сразу два пилота. За рулем Олег Попов, не артист цирка, водитель с 40-летним стажем. Рядом тойтерьер по кличке Чарлик Олегович 2. Отчество в честь хозяина, цифра означает, что пес такой породы у мужчины второй. На работу вместе ходят каждый день вот уже полтора года. Все потому, что оставаться один дома Чарлик отказывается. Песни поем, воем, лаем, гавкаем, соседям не даем житья. А детских садиков еще не придумали для собак. А если, допустим, какая-то собака зайдет с пассажиром? Ну, такого не было случая. Как-то мы расходились всегда миром. Ну, там бывает, гавкнут друг на друга. Ну, наверное, знакомятся. От вождения пес не отвлекает, у него свое место. Мягкая подушка, рядом стакан с водой. На маршруте эту парочку знают многие, а почти каждый рейс заканчивается объятиями. Чарлик Олегович легко идет на контакт с людьми, пассажиры только рады. Вижу, не впервые ездила на другом маршруте, если я не ошибаюсь, на 60-летие мы же раньше ездили. Пес спокойный. Очень положительно, хорошо отношусь. Потому что животных надо любить и уважать. Кстати, в маршрутном такси действует акция. Для тех, кто пришел с угощением для Чарлика, проезд бесплатный. А любит пес семечки и куриное мясо. Чарли, пока. В день у Олега Попова и пса Чарлика 4 рейса, 8 часов пути. После каждого 30 минут отдыха и прогулка. Рабочее время идет быстрее, когда верный друг рядом. Юлия Думанова и Владислав Осинцев, 12 канал.